Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел очень сложный вопрос. Почему апостолы не проповедовали славянам? Если вы помните летопись Нестора Летописца, в ней повествует, что апостол Андрей дошел до гор, на которых со временем появится град Киев. Ходил, посмотрел, зашел на гору, на которой находится древний город Киев, и сказал, что на этом месте будет великий город и множество церквей с куполами, с крестами, с православными христианами. Подрузил там крест и поплыл по Днепру вверх до Великого Новгорода. Там посмотрел, как наши предки парились в бане. Сильно этому удивился. Даже чуть-чуть поиронизировал. И поплыл дальше с миссией в Европу. Так что в каком-то смысле апостолы славянам проповедовали. Но очень-очень пра-пра-пра-пра-пра славянам. Все-таки, извините, 2000 лет прошло с тех времен. Русь-то крестилась аж через 940, может быть, 910 лет после описываемых событий были уже совсем другие люди, представьте себе, тысячу лет пришло, по сути. Да, Какие-то были, конечно, корни генетические, но все-таки люди уже несколько другие. О славянском народе можно уже говорить как о народе, как об этносе, как о людях, живущих уже в IX, в X, в X, в XI веках. Может быть, историки со мной поспорят, но ну, уж как есть, так есть. И трудами апостола Андрея зиждется на Руси вера православная. В ней же наше утверждение. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.